В минувшие выходные Одессу и Одесский регион посетил президент Украины Владимир Зеленский. Основная цель визита – посещение объектов национальной программы «Большое строительство» и представление стратегии развития области до 2027 года. Фактически сразу после прибытия в Одессу президент начал ознакомливаться с ходом реализации проекта реконструкции и строительства взлетной полосы аэропорта. Ее сдадут в эксплуатацию до конца 2020 года. Напомним, реконструкция проводится за счет денег государственного бюджета. Аэропорт фактически был передан городским советом в частные руки инвестору, в том числе взамен обязательства реконструкции взлетной полосы. Общество с ограниченной ответственностью Одесса Аэропорт Девелопмент, фактически получив в распоряжение аэропорт, со своей стороны не внесло уставной капитал и наиболее дорогостоящие работы, ремонт взлетно-посадочной полосы, инвестор повесил на налогоплательщиков. Далее президент ознакомился с застройкой детского сада в поселке Авангард под Одессой, с ремонтом моста через Хаджибейский лиман по трассе Одесса-Киев, представил членов своей команды «Слуги народа» на местных выборах, затем Владимир Зеленский побывал в Одесском порту, где ему показали первую очередь реконструкции 7-го причала в карантинной гавани и ответил на вопросы журналистов. Также президент озвучил основные приоритеты для него в регионе. Если мы сказали, что мы будем делать максимально из Одесской области регион туристический, потому что я вижу, сколько всего. А в Одессе много вопросов, много всего. И засуха сейчас страшнейшая ударила. Хочется чистоты, экологии и инфраструктуры. То, где мы как государство можем помочь и хотим. И сделаем. При этом на вопросы относительно экологии президент не ответил, передав слово председателю областной государственной администрации Максиму Куцему. Отдельно Владимир Зеленский становился только на истории с поднятием танкера «Дельфи». Дійсно, ми мали дуже складну історію. По-перше, я всіх вітаю, танкера «Дельфі» на пляжі вже немає, побороли цю історію. На жаль, історію трагічну, тому що з точки зору терміну виконання робіт. В листопаді це почалось, 10 місяців – це правда. Останній раз це вже виходило, із-під терпіння. Тому що вийшло повністю з-під контролю. Місцева влада нічого не могла зробити, хоча там і дійсно ми говорили, що і водолази допомагали з самого початку, і ми їм вдячні. До речі, хочу всім подякувати в Одесі, хто працював, і водолази, МЧСники, і всі інші, там, хто охороняв цей танкер. Але ніхто дійсно нічого предметно, фундаментально зробити з власниками не міг. Ми з ними поговорили. Я вважаю, що вони злочинці, тому що вони, в принципі, сказали неправду і мені особисто. Вони нас завірили, що дайте нам місяць. Хотіли на цьому заробити гроші, просто розпилити це на метал. Як, в принципі, ці люди все життя і розпилювали нашу країну. Але, в будь-якому разі, 21 липня АМПУ з Міністерством інфраструктури були залучені до цього процесу. Вперше. Потім розробили план, технічно підготувалися, тобто з того числа до того, як танкер «Дельфі» залишив пляж, пройшло 50 днів. Всіх робіт було 30 днів, коли почали хлопці працювати. Я розумію, що це довго, але в цілому, якщо взяти той термін, за який дійсно держава змогла відбуксирувати танкер «Дельфі», я вважаю, що це було швидко. По его мнению, местная власть оказалась не способной справиться с ситуацией. Но фактически президент решил не упоминать политиков либо политические партии и отношения к ним в связи с местными выборами. По окончанию визита Владимир Зеленский посетил Одесскую областную филармонию. По его словам, сооружение, построенное в конце 19 века, требует немедленного капитального ремонта. Президент подчеркнул, что реконструкцию здания филармонии необходимо включить в перечень объектов национальной программы «Большое строительство» на следующий год.